Привет, друзья! Рада вас приветствовать в своем тихом уголке. И сегодня мы попробуем испечь булочки-пенечки к чаю. Давно я их не пекла, и у меня нет свежих дрожжей. Но мы попробуем из сухих дрожжей что-то сделать. Приступим. Так, растопили пачку маргарина. Всыпали пакетик сухих дрожжей. Но по правильному, как бы по рецепту, надо 100-150 грамм, ну 100 грамм дрожжей свежих. Но нет у меня их. Пачка дрожжей Сент-Момент идет на килограмм муки. У меня будет где-то 6-7 стаканов муки. Просеяла уже муку. Это я взвесила кило 100 где-то в ней. Будем надеяться, что одного пакетика хватит. Вливаем 2 стакана. 500 грамм у меня получается теплого молока. Перемешиваем. Вбиваем 4 яйца куриных. Все там это перемешиваем. Вбиваем яйца. Сыпем стакан сахара. Щепотка соли. Сыпем муку. Мука у меня просеянная уже. Семь стаканов муки. Чуть маловато. Тесто берет больше. Еще подсыпем стакан муки. На коврик нальем маслица. И чуть-чуть вымесим. Вот наше тесто сегодня взяло 8 стаканов муки. Зависит от муки, какая мука. У нас коврик небольшой. Мы разделим тесто на несколько частей, чтобы удобнее было раскатывать наши пенечки. Теперь мы раскатываем тесто, как на пельмени. Смазываем лепешечки сливочным маслом. И обильно посыпать сахаром. Но у меня есть такая смесь с корицей. Сахар и корица. Я люблю корицу. Можно сделать просто чисто с сахаром. Можно сделать с корицей. Можно пополам. Одни так, другие так. Кому как понравится. Кто что любит. И теперь закручиваем рулетиком. Такой у нас получился рулетик. И теперь режем пенечки небольшие. Потому что еще постоят, подойдут. Не были сильно разляпистые. И укладываем на противень. С остальными кусочками теста проделываем ту же самую процедуру.
что, друзья, вот такая у нас вредная вкуснятина готова. Булочки просто вообще класс. Такие мягкие. Ой, пахнут. Прям вообще вкуснота. Они поднялись еще. Стали такие пышные, мягкие, но горячие. На завтрак будет с чаем, что попить. И у нас еще порция небольшая осталась. Будем допекать. Так что всем, кто будет кушать или кушает, всем приятного аппетита. Подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии. Мы всем рады. Ну а теперь пока-пока. До встречи.